Друзья, всем привет! Сегодня сделаем полезную самоделку из остатков доски и пару вот таких болтов М8 с гайками-барашками. Самоделка пригодится как в гараже, так и в мастерской. Она проста в изготовлении, но от этого не менее полезна. Так что смотрите видео до конца, ну а я продолжу изготавливать самоделку. Итак, получился отличный держатель наждачной бумаги. Для меньшего износа бумаги я наклеил на подошву резиновую подкладку, а для того, чтобы бумага натягивалась и не свисала, я сделал небольшое углубление в нижней части держателя. Тем самым, фиксируя бумагу в держателе, она, скажем так, самонатягивается. А для более простой установки я сделал верхнюю часть с гайками из двух частей. Таким образом, фиксируем один край бумаги и спокойно второй. Да, можно подобную штуку купить в магазине за 200 рублей, но я, честно говоря, всегда забывал это сделать, а когда понадобилась эта штуковина, то в магазин поехать возможности не было. Да и прикольно сделать что-то своими руками, а как вы думаете? Напишите в комментариях, как вам такая самоделка. На этом на сегодня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Желаю всем хорошего настроения, всем пока!